На лыжной базе продолжается строительство второй очереди. Рабочие выравнивают дорожки и выкладывают асфальт на обновленной трассе у картодрома и памп-трека. После завершения этих работ специалисты займутся благоустройством площадки для выгула собак. Там уже укладываются дорожки, то есть, в принципе, уже большая часть они там уже уложены, заасфальтированы. Также заасфальтирована площадка на детской игровой зоне, то есть выведены, кроме тех дорожек, которые засыпаны щепой, еще 3 асфальтированные дорожки. Техника вся завезена уже здесь, на объекте. Строительство второй очереди должны завершить в октябре, но уже сейчас саровчане активно используют зоны отдыха и спорта. В августе на территории появился памп-трек – асфальтированная площадка из ям, кочек и контруклонов. Народу довольно-таки много. Помимо того, что на памп-треке катается велосипедист, туда еще приходят и с самокатами ребята, и с скейтбордами. Однако объект официально еще не сдали в эксплуатацию. Работы на участке продолжаются. Специалистам необходимо завершить посадку газонов, выровнять грунт, установить фонари, стенды с правилами поведения на памп-треке. Катание на площадке не запрещено, но строители обращают внимание, что нужно быть осторожными. Надевать каски, наколенники, беречь себя и свое здоровье. Не мешать специалистам во время работы. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.